Ивановцы осваивают новые виды смешанных единоборств. В регионе появилась еще одна спортивная федерация – ОСЕ – Организации по развитию смешанных единоборств. Это движение зародилось в России совсем недавно. По стилю борьба похожа на рукопашный бой или ММА, но с патриотическим уклоном. Ее сейчас внедряют и в вооруженных силах, и в отрядах специального назначения. Эта организация общероссийская, и она набрала очень сильные обороты прямо за короткий промежуток времени. У нас, я сейчас не помню, только позапрошлый год туда 12 регионов вступило. Ивановская сборная не так давно вернулась с первенства страны по смешанным единоборствам ОСЕ. От региона участвовали 15 спортсменов. 7 из них заняли призовые места. Всего в копилке ивановцев 5 золотых, 1 серебряная и 1 бронзовая медали. К спорту у каждого свои требования. Кому-то он нужен, чтобы закалить тело, кому-то – для развития духа. Ивановские спортсмены в ОСЕ находят и то, и другое. Он подготавливает свою самооборону. Он воспитывает детей, как себя вести правильно, поступать, как правильно надо, не лезть никогда первым. И если ты знаешь, что ты занимаешься спортом, ты спокойный человек, никогда не учит нарываться на всех. Учит спокойствию просто, и все. Движение ОСЕ в России только набирает обороты. С каждым годом становится все больше сильных спортсменов. Но с таким уверенным началом ивановцам пророчат в нем большое будущее. Наталья Гутарина, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.